Сейчас здесь раздаются звуки строительной техники, но уже к концу лета их сменит детский смех. Двор 147-го дома по Московскому шоссе благоустраивают в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В промышленном районе, как и в принципе на всей территории Самарской области, реализуется несколько программ по благоустройству дворовых территорий. Это, конечно, программа «Комфортная городская среда», в рамках которой у нас будет благоустроено 6 дворовых территорий. К работам приступили на всех 6 территориях по контракту. Срок окончания работ 31 октября. Ольга Ватякова живет в 147-м доме со дня его постройки, более 40 лет. Рассказывает, когда-то здесь была детская площадка, но она давно пришла в негодность. А жители за эти годы сплотились. Вместе выходят на субботники, сажают во дворе цветы. Теперь решили благоустроить территорию и приняли участие в программе формирования комфортной городской среды. Разногласий по проекту не было, учли интересы всех. По периметру дома и снаружи и во дворе появятся тротуары. Кроме того, предусмотрена прогулочная зона, детская игровая площадка и площадка для воркаута. Больше всего вот я хотела воркаут. Для чего? Сейчас объясню. Воркаут у нас идет не для малышей, вот, потому что для малышей у нас есть где 151 дом. А здесь специально задумали воркаут для подростков, чтобы им было куда себя применить. У нас многие мальчики занимаются спортом, и, глядишь, к ним начнут другие подтягиваться. Работы в этом дворе уже идут. Сейчас готовится основание под детскую площадку, потом установят игровой комплекс, балансир, качели, после чего будет уложено прорезиненное покрытие толщиной в 5 сантиметров. Активные жители выходят, консультируются, спрашивают, советуют что-то, просят о каких-то моментах. Мы всегда идем на диалог, всегда прислушиваемся, и все, что в наших силах, мы готовы помочь им, естественно, и согласовать с ними все моменты, так как это их двор, им тут жить и наслаждаться данной красотой. В Самаре в этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 46 дворов. В промышленном районе преобразятся 6 территорий по адресам. Улица Старозагора, 84А, улица Физкультурная, 98, Московское шоссе, 147, улица Победы, 97, 97А, 97Б, проспект Карла Маркса, 280 и Нововокзальная, 138. Напомним, привести в порядок можно как дворы по заявке жителей, так и общественные пространства путем голосования. В этом году самарцы выбирают территории, которые преобразятся в 24-м. Оставить свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру до конца мая. Виктория Шара, Николай Епифанов. События.